Эфир городского телеканала продолжается. И прямо сейчас мы расскажем вам, куда сходить и что посмотреть на этой неделе. Афиша в утреннем фреше. 21 декабря в ДК имени Добрынина выступит эстрадный оркестр имени Павлушева. Вас ждет сложный музыкальный репертуар от классических произведений до современного оркестра. 22 декабря в КЗЦ «Миллениум» будет новогоднее представление «Легенда о ледяном великане». Вас ждут невероятные приключения, атмосфера волшебства и тайны. 21 декабря в Волковском театре дают «Девушку для прощаний». Это эксцентрическая лав-стори в стиле джаз. Это была афиша в утреннем фреше.